И снова здорово, всем здравствуйте, дамы и господа. Сейчас мы посмотрим челюсть. Говорят, тут щелкает. Откройте рот. Закройте. А как вы щелкаете? Так, вот с этой стороны, да, прям ухи слышно. Еще раз. Ага, там. Так, еще раз открывайте, через боль закрывайте. И показывайте мне зубы, так, чтобы я видел. Открывая, закрывая. Медленно, медленно, медленно. Полностью, полностью. Закрывайте медленно. Ну, вот видно, челюсть смещается вот туда влево, да? Значит, скорее всего, надо будет ее править вот сюда. Еще раз открывается, вот другое. Если я защелкиваюсь. Не больно? Так, давайте попробуем. Вот так открывайте. Максимально закрывайте. Оп. Еще раз откройте. Еще раз. Опа. Откройте еще раз. Закрывайте. Оп. Все, встало. Ну-ка попробуйте теперь. Вот так. Не щелкает. Ну вот там результат, хип-хоп, ла-лей. Но для закрепления мы еще немножко усилим мышечную нагрузку в этой челюсти, да, чтобы она ее не провоцировала. Придется немножко не залезть в ухо. Вот сюда. Вот сюда. И через открытый рот в него будет туда. Открывайте рот максимально, максимально, максимально. Вот, сами сейчас ничего не делайте, будет немножко болезненно. Так, ну как? Через ощущение. Нормально? Ну вот, ребята, если вы не с нами, то зря вы это делаете. Подписывайтесь, ставьте на лайки. С вами был Олег Гудвин.